А разработчики Wargaming все работают и добавляют новые розыгрыши. Например, новый розыгрыш объект 907 безжалостные. Друзья, нету здесь прокрута за одно золото, но первые прокруты за 50 стоят 200 золота, думаю, можно крутить. Так что я вам желаю приятного просмотра, лучшего настроения, лучшего денька, приятного аппетита и всего наилучшего. Кстати, пожалуйста, пишите комментарии, что вам выпало с этого розыгрыша, потому что он дан всего на 2 дня. И почему? Потому что через 2 дня уже обновление, которое принесет нам много золота, потому что у нас есть прем-танки, которые станут коллекционными. Да, как-то так. Ну что ж, друзья, погнали. Я уже буквально третий раз кручу на основном аккаунте. Как бы в минус мне люто не уйти. Так, есть. Ребятки, черный ящик на основу. А вдруг сейчас до 10 уровня просто будет невероятно. Так, ладно. И у нас выпадает. Вау, повезло. Черный ящик 2 уровня. Хорошо. Замечательно. Так, проверим, что будет дальше. А ну-ка, оку будет или нет? К сожалению, ребятки, не, ну золото дали, бустеры золото дали, класс. В принципе, это лучше, чем ничего. Тем более, мы еще один раз можем прокрутить, и у нас будет 50 тысяч золота. То есть, буквально, мы почти в минус не ушли. А если сейчас что-то крутое накину, то вообще будет что-то классное. Так, ну, на основу 3 собери все. Это очень полезная штуковина. Кстати, досмотрите ролик до конца обязательно, потому что в конце я загадаю танчик, который вы вряд ли отгадаете. Но помните, он будет в этом видео где-то пылиться, либо в ангаре. В общем, вы его можете увидеть. Так что, все танки, которые я в основном загадываю, к сожалению, танчик мне не выпал, друзья, на основе, ну, ничего страшного. Ладно, погнали на следующий аккаунт. Опять-таки, все танки, которые я загадываю, они на протяжении всего видео могут просто лежать в ангаре, я даже на них не наведу. В общем, просто вот так вот. Так, ладно. Еще черный ящик первого уровня за 50 золота. Вот это другое дело. Неплохо. Это я уже зашел на твинкаре, ребят, чтобы просто прокрутить розыгрыш. А мне выпало 300 золота, что позволит нам еще 2 раза крутануть этот розыгрыш. Ну да, да, 100 и 200. Так, что же у нас выпадет? Ребят, 100 тысяч серебра и последний прокрут за 200 золота. Ну давай, удиви, удиви меня. Что же ты сможешь? Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Короче, друзья, честно, я посмотрел в этот раз шансы. В общем, маленькие шансы, вплоть почти до 1% всего лишь на контейнер «Собери все» и мистический контейнер. То есть, это реально так жестко, да? Ну ничего, мы будем надеяться на лучшее, надеюсь, хотя бы разочек выбьем мистические контейнеры, потому что там шанс реально до 1%, я же говорю, очень даже слабенькие. А вот черный ящик 15% изначально шанс, поэтому есть шанс, наоборот, как бы выйти в окуп благодаря одному контейнеру черного ящика, ведь у нас выпадает 2 уровня черный ящик и золотишко, что позволит еще крутить розыгрыш, отлично. Хорошо, давай, давай, давай. Ну, тут уже, конечно, не везет дальше, но 600 золота, разве это не везет? Конечно, повезло, ребят. Сейчас покрутим розыгрыш, посмотрим, что у нас из этого всего выйдет. Так, ладно. Ай-яй-яй, нам бы сейчас объект 907 выбить. Понятно, что это слишком лютейшее такое желание, да? Все из вас, мне кажется, ну, стопудово хотят его сделать, первого прокрута желательно. Так, черный ящик, хорошо. Давайте сразу его откроем, что выпадет? Так. К сожалению, 2 уровня не выпал, но золотишко есть. Еще крутим розыгрыш. Посмотрим, что нам выпадет еще. Кстати, вот так вот. Думаю, будет все четненько. Так, серебришко. Хорошо. Ребят, золота на этот розыгрыш не хватает, но давайте, наверное, покрутим другой розыгрыш, который у нас уже здесь есть. Чисто для сравнения. Откроем розыгрыш солидный. Хорошо. Тут свободочка, мистик. Неплохо. С мистика 100 золота. Хорошо. Так. Во, ребятки, собери все. Нате. Чё? Я выиграл танк просто с одного собери все. ВК-168-01П. Ребят, это маус 8 уровня, просто бомбезно. Король гравитации на 8 уровне. Вот это я понимаю. Так, ладненько, король тарана, так сказать. Поехали дальше. Дальше у нас есть скептер, которого я выбил с Luxury Launch. Но тема видосов не об этом. Поэтому прокруть сделаем за одно золото. Ну, за первый прокрут. 10 тысяч свободки за 50 золота, ребят, я думаю, это очень даже выгодно. Тем более, как вы все знаете, как она нам пригодится на Новый год. Но если будет такой же ивент, как с новым, ну, как на Новый год, короче, под день рождения Блиц, через месяц буквально, да, то это будет тоже очень круто, потому что я с удовольствием буду сливать свободку на аккаунтах, чтобы вам показывать. И, конечно же, добывать золото и кучу всего, снежных шаров, то есть экспо-контейнер, да. Посмотрим, что у нас будет, короче. Ждем
таких вот реалистичных анонсов от самих разработчиков, потому что сторонней инфы много. Посмотрим, что из них верно на самом деле. Фух, ну что ж, у нас падает. Ай-яй-яй, 100 тысяч серебра, да как так-то? Ну ладно, ладно, хорошо. Объект 907. Как думаете, что же у нас выпадет? Ведь у нас 2000 с плюсом золота. Нам нужно выбить 3 мистических контейнера, потому что они легендарные. И мне что-то кажется, что вот эти контейнеры собрали все, и мистики какие-то, ну, очень везучие. Отлично, нам выпало, ребят, 3, собери их все. Потому что, ну, на них шансы мизерные. Обычно, когда шансы мизерные на контейнеры, значит, эти контейнеры очень везучие. Либо мы просто в это сильно верим, и у нас все получается, и у нас выпадают имбы. Кто его знает, друзья? Сейчас мы и проверим. Так, ладно. 100 тысяч серебра! Ай-яй-яй, ты что, хочешь все серебро забрать, что ли? Золотишко мое, то есть. Так, хорошо, MG08. Не, ну давайте, ребят, я вообще недавно проснулся, да, вот так вот. Я только покушал и черный ящик выбил, неплохо, хорошо. Так, давай, еще. Пожалуйста, прожмите лайк, потому что последнее время лайков слишком, ну, немного, ребятки, немного. Нужно, чтобы прям завалили лайками, чтобы действительно оно продвигалось. Потому что это меня мотивирует, друзья, делать контент еще лучше. Ну что ж, а ну-ка... Черные ящики позволяют нам крутить еще розыгрыш, но пока что давайте откроем, собери все. А тут у нас уже с 1000 золота, ребятки. Ну, танчик нам не выпало, так что нет никаких подкруток, да. Ну ладненько, давайте, наверное, не будем больше тратить золото, слишком дорого, следующий прокрут. Поехали на следующий аккаунт лучше. За 50 золота крутанем. Че тут, хуже что ли? Сейчас возьмем и выбьем танчик, возможно. А ну-ка, давай. Ну, танчик, к сожалению, не выбили, зато 10 тысяч свободки за 50 золота, я думаю, это имбова. Потихонечку собираем свободку, что позволит нам крутить потом новогодние ивенты, даже на день рождения. Если они, конечно же, будут. Ну, вы все знаете, будут они или нет. Я просто смотрел новости, я просто не знаю, будут ли они или нет. Я что-то не вник, наверное, в это. Так, ладно, давай. Единственное, во что я вник, друзья, это то, что, скорее всего, СТВ-81 на день рождения на 10 лет игры будет давать на аккаунты, где 10 лет игры, СТВ-81. Он будет коллекционный уже, да, с 20 числа. И 3750 золота, можно сказать, на день рождения разрабы подарят. Не считая того, что дадут, как бы, знаете, контейнер, где там, ну, типа, вот 10 лет, бери, и там обычно 100 золота будет. Ой, 100 золота. Там будет уже 1000 золота, 100 тысяч свободки, ну и всякая всячина, которая очень будет крутая. Так что посмотрим, друзья, посмотрим, что из этого всего получится. Так, ладно, у нас выпадает. Да, ребятки, 3 мистических, ой, 3 собери все. Очень хорошо. Давай подальше еще крутанем разочек. А ну-ка, выпади черный ящик или... Или обвес легендарный. Ну ладно, это не так все важно, ребят. Мистик второго уровня не трогаем, собираем. Ух ты, 1000 золота. И последний. Да! Чё? Объект 907, ребят, не с розыгрышем. Так, контейнер с розыгрышем. Просто. Я же говорю, что собери все, это имба, просто. Вы понимаете? Это лютая имба, лютая. Продавать мы его не будем, конечно же, но то, что я его выбил, это уже круто. Все, ребят, видосик сделан, поэтому прожмите, пожалуйста, лайк за то, что я вам показал, что быстрее можно дождаться этого танка не с самого розыгрыша, а с контейнера, который выпадает из розыгрыша. Просто невероятно. Так, ладно, золотишко немножко фармим, но у нас еще и золото, чтобы покрутить пару прокрутов в этом розыгрыше. Так, давай. У, что-то нам не фартануло, но серебро и свободка тоже полезны иногда. Фух, получил танчик, но не с розыгрыша. Ну, с розыгрыша, но нет. Погнали дальше. Так, ладно, за 50 золота мне нужно побить рекорд. Либо выбить танчик, либо выбить 3 мистика. Потому что они, ну, что-то вообще пока не падают. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Вот как это называется. Фух. Кстати, друзья, кто проходит приказ на
Сейчас скажу вам. Приказ на французских 2 контейнера. Это бесплатные контейнеры французские, которые позволят с шансом 10 вероятность падения, возможно, выбить коллекционку десятку на основу. Ребят, я это очень хочу, поэтому, пожалуйста, пишите комменты, выполнили ли вы этот приказ. А я его решил растягивать. Первый день, например, там сделаю побед больше 10, потом сделаю его по 20 побед в день буду делать. Все. И не надо слишком много сидеть за этим, время тратить, да? Я думаю, все будет четненько, так как оно есть. Фух. Я решил поскипать, друзья. Сливатор золота, самый настоящий. Но, знаете, честно, лучше не скипать. Вот результат все-таки мне показывает, что лучше не скипать. Я вот реально думаю. Понятно, что может очень редко повести, если люто, ультра, мощно скипать. И я это проверю, кстати. Друзья, возьмите мое слово на заметку. Когда я насобираю больше 100 тысяч золота на основном аккаунте до Нового года, я с удовольствием солью это все не в унитаз, а на мистические контейнеры, которые мне позволят, знаете, что сделать? Ну, давайте, знаете, если там будет больше 100 мистиков, а там стопудово будет больше 100 мистиков, где-то 200 с плюсом будет. И давайте 100 мистиков я буду открывать максимально быстро, настолько скипать, что вы даже... Ну, короче, знаете, как Luxury Lounge, помните, я скипал очень-очень быстро, и там скиптера 2 раза подряд выбил. Вот так же само я буду скипать мистические контейнеры. Чисто давайте 100 контейнеров возьмем на максимальный скип, а дальше будем с анимацией открывать мистики. Ой, ребят, я просто предвкушаю то, что нас ждет, но надеюсь, мы доживем. В общем, если Бог даст жизнь, друзья, доживем до этого момента, тогда все и устроится. Фух, а пока что давайте покрутим еще розыгрыш. Еще розыгрыш, который, возможно, сейчас нас удивит. Так, у нас упадает... Да, ребятки, черный ящик первого уровня. Отлично. Знаете, когда у нас много черных ящиков, мы как-то их не очень ценим, открываем как-то, ну, неправильно что ли. А тут просто один открывает, такой, на тебе, постоянно выпадает второго уровня. Очень ценится, очень прикольно вообще. Так, ладно, ну, а дальше почему-то не фартит. Зато начальное золото получили, можем еще крутануть пару прокрутов, что позволит нам сейчас выбить какую-то имбу. Имбу? Ну да, 100 тысяч серебра это имба. Особенно за то золото, которое мы вот потратили. Фух, ладно, друзья, давайте, наверное, скоро загадаем танчик. Так, этот танчик, посмотрим, что у нас забудет. Фух. Так, ладно, последний прокрут. Ай-яй-яй, X10, ребятки, очень прикольно. Ну что ж, я знаю, какой танчик зато загадаю, друзья. Этот танк быстро гоняет. Он люто-картонный, боеукладка люто-слабая. И, конечно же, он на 7 уровне. Что же еще могу сказать? У него пушка 200 с плюсом среднего урона. Так, какую-то еще подсказочку для вас дать, да? Этот танк... каким-то образом или символами связан с огнем. Не знаю, ребятки, не знаю, что вы по этому поводу будете думать, но... Все, я загадал танк, пожалуйста, пишите комментарии, надеюсь, я много подсказок дал. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, а я отвечу вам, когда отвечу, правильно ли вы отгадали или нет. А мне по КД все везет и везет в этом розыгрыше. То есть, с черный ящик. Пока что до 3 уровня нам не дали дойти, но второго только что и дают. Так, а теперь собери все. Раз, два и... К сожалению, танчик нам не выпало. Но, однако, имейте в виду, что собери все, нам выпал уже ВК-6801П. И... конечно же, объект 907. Это то самое, что мы пытались выбить с этого розыгрыша. Ребят, я выбил здесь мистик второго уровня. Прикольно вообще. Я, знаете что... я просто не записал это. Ну ладно, когда ты будешь ждать нас сюрприз на этом аккаунте. Попробуем на него зайти потом через время. Так, ладно. Ну все, друзья. В принципе, как бы еще немножко есть, да, шансов, но они уже почти все закончились, ребятки. Да. Ладно, золото ставим, погнали на следующий аккаунт. На следующем аккаунте что же нас ждет? Никто не знает. Потому что я надеюсь на лучшее. Все. Давай, за 50 золота. Да, очень часто падают вот эти контейнеры черного ящика, потому что шанс, вероятность выпадения их 15%. Даже 400 золота выпало. Понимаете, да, что это, ну, такой же окуп почти, как
розыгрыши бомбические. То есть ты платишь мало, не, ну там, конечно, много платишь уже, хотя немного, там ты со 100 золота начинаешь, и там окуп люто идет. В любом случае, надеюсь, у меня поняли. Ладно, друзья, я вам желаю лучших открытий, лучших выпадений. Пожалуйста, знаете, я вам отдал всю свою удачу, всю неудачу я себе забрал. Да, немножко повезло, но ничего страшного. Пишите комменты, ставьте лайки, будьте всегда с нами. И всего вам наилучшего, ждите новых видосов и стримов. Пока!